Игры на ловкость, смекалку, реакцию. Для учеников 148-й школы физкультура – любимый урок. Говорят, занятия ждут с нетерпением, стараются не пропускать. Ведь это единственный предмет, где не нужно смирно сидеть и молча слушать учителя. Встать на мостик, сделать березку. Физические упражнения этим ребятам только в радость. Это самый мой любимый урок, потому что здесь можно двигаться, а не сидеть в классе. Мне нравится то, что когда мы играем с мячом, когда мы стоим на мостике. Я такой человек, который не может усидеть на месте. Быстро среагировать и увернуться от мяча. Охотники и утки или попросту вышибалы вызывают у юных спортсменов особый восторг. А вот в этом упражнении главное – внимательность и ловкость. По команде нужно схватить палку соседа. Кто уронит, выбывает из игры. Ученики говорят, маленькие победы на уроках физкультуры придают уверенности в себе. Развивает ловкость, развивает гимнастику, развивает растяжку. Вообще, мне кажется, спорт – это половина моей жизни. Ты получаешь навык новый, ты запоминаешь, и ты много чего умеешь, а кто курит и пьет, ничего не умеет, у него ничего нет. Когда занимаешься спортом, становишься крепче, сильнее, и главное, оздоравливаешься, болеть меньше. Закалка обретается такая. Здоровый образ жизни у этих ребят в почете. В 5-м Г-классе сплошь одни спортсмены. Ученики занимаются легкой атлетикой, плаванием, боевыми искусствами. Говорят, от этого появляется не только выносливость и сила мышц, но и пятерки в дневнике. Ребята не болеют, а значит, не пропускают уроки. Я занимаюсь ушью, и это оздоравливает, и становишься сильнее. Можно дать сдачи. Плавание развивает выносливость, тренирует легкие и силу воли развивает. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. В 148-й школе есть все для того, чтобы у ребят не оставалось времени на пагубные привычки. К услугам учеников – секции футбола, спортивной гимнастики, танцевальные кружки. У нас практически каждый ребенок занимается в какой-то секции. Ни один ребенок не стоит в стороне. В общем, мы и вся наша школа, все усилия направляем, чтобы дети были заняты и стараемся, чтобы они были здоровы. Стоит попробовать хоть раз позаниматься, то уже желание будет заниматься всегда. Прививать любовь к спорту, творчеству и здоровому образу жизни необходимо с детства, уверены эксперты. Здесь, говорят специалисты, важен комплексный подход. Работать нужно не только с ребятами, но и с их родителями и преподавателями. Главное – рассказать о многообразии здоровых увлечений. Антинаркотическая работа в Самаре идет по всем направлениям. В городе постоянно проводят спортивные марафоны, профильные смены в детских лагерях, просветительские встречи со школьниками. О том, что альтернатива пагубным привычкам есть, жителям показывают на праздниках здорового образа жизни, который в Самаре проходит регулярно. На территории городского округа были проведены 1422 мероприятия, в которых приняли участие более 30 тысяч человек. Мероприятия были широко освещены в средствах массовой информации. Организована в рамках профильного лагеря подготовка волонтеров к ведению антинаркотической пропаганды среди молодежи по принципу «равный равному». Сегодня большинство стоящих на учете в областном наркодиспансере – мужчины от 30 лет. Но в работе с населением ставка на молодежь. Именно нынешним студентам и школьникам предстоит создавать здоровые семьи и воспитывать поколение, свободное от наркотиков. Результаты уже видны. За последние годы, говорят эксперты, количество наркозависимых в Самаре сократилось. Городской округ Самара до этого, в предыдущие годы, как правило, занимал третье место в области после городов Чапаевск, Новокуйбышевск с наиболее сложной наркоситуацией. На сегодняшний день городской округ Самара у нас занимает шестое место. В данном случае у нас в городе на сегодняшний день изъято порядка 45% от общего количества синтетических средств, изъятых по области. Практика, скажем так, пресечения административных правонарушений показывает, что на сегодняшний день уменьшается количество молодежи, которые употребляют наркотические средства. На сегодняшний день доля привлеченных к административной ответственности за употребление наркотических средств без назначения врача переходит в категорию возрастную от 35 лет и старше. Эксперты отмечают, очень важно заниматься профилактикой наркозависимости. Именно это, уверены специалисты, позволит поддержать положительную динамику. И с каждым годом количество тех, кто сделал выбор в пользу опасных пристрастий, будет уменьшаться.